Буду честен, опиаты дают рецидив в 97 случаях из 100. Ты чистилась уже 15 раз. Ты знаешь, что такое опиоидный антагонист? Нет. Этот ежемесячный укол делает наркотическое опьянение невозможным. Это не опасно? Шутить пытаешься? С каких пор твое тело стало храмом? Нужно не употреблять хотя бы неделю. Еще 4 дня? Серьезно? Я устал от нее. Когда она появляется, я боюсь за тебя. Кто это? Если бы я не была торчком, тоже спросила бы? Возможно, и нет. Каждый раз, решая снова с ней связаться, я всегда делала это с широко раскрытыми глазами. Умираю, больше не могу. Нет, ты справишься. Мам, ну и как она? Сидит в гараже, курит, дергается, а я слежу за ней, кружу орлом, пытаясь сделать это незаметно. Один день почти что прошел. Осталось еще 3. Я ужасно сожалею, что меня не было рядом. Ты нас бросила. Ты считаешь меня виноватой в твоей зависимости? Боже мой. Ты только и делаешь, что без остановки врешь. Прости меня, пожалуйста! За то, что моя зависимость причиняет тебе такое количество неудобств! Временами у меня такое чувство, что я больше не хочу ее любить. Знаете, сколько раз я говорила, что не позволю себе украсть, чтобы уколоться? Я хочу одного, чтобы однажды ей стало легче. Что не позволю себе лишиться опеки над детьми, чтобы уколоться. Мама моя, сделай что-нибудь! Отведите ее к врачу! Прости, ради бога, мам. Если кому и хватит сил, чтобы освободиться от этой дряни, то тебе. Я действительно в это верю. Я тобой горжусь. Анна, чего же ты ждешь? Разворачивай подарки. О, какая прелесть. Когда ты пишешь, кому ты обращаешься? Ну, конечно же, к себе. Мне бы хотелось обращаться к подруге. Лучшей подруге. А звать ее будут Китти. Китти? Мне нравится. С кем ты разговариваешь, Анна? Ни с кем. Я просто пишу дневник. Анна? Здесь есть кто-то? Твое богатое воображение и способность создавать свой мир будут для тебя полезнее любого лекарства. Вы меня видите? Я настоящая? Я ищу свою подругу. А фамилия у нее есть? Анна Франк. Ага. Она стала самой знаменитой юной писательницей, а ты рассказывай всем ее историю. Я ищу Анну. Вы ее видели? Анна писала этот дневник не для того, чтобы вы ей поклонялись. Важно просто... Быстро в машину. Делать все возможное, чтобы уберечь от зла хотя бы одну живую душу. Она дарит всем людям надежду. Что ты видишь, Петер? А ты? Я вижу ангелов, Петер. You're wondering what happens now. The Illuminati will see you, Steven. Oh, that's something. The multiverse will change you forever. We will see what kind of Doctor Strange you are. Strange! Marvel Studios' Doctor Strange. Rated PG-13. Seed in premium large formats and... Stephen Strange. The Illuminati will see you now. I'm sorry, Stephen. Your desecration of reality will not go unpunished. You're wondering what happens now. We will see what kind of Doctor Strange you are. I hope you understand.
the greatest threat to our universe is you. You opened the doorway to the multiverse. We don't know who or what will walk through it. I'm ready. Отлично! Вечер ТВ. С моим бро. Ты что, идешь на свидание с Лойс? Так неблагодарно. Ой, привет, малыш. Нет. Просыпайся, время прогулки. У меня есть владелец. Он Супермен. Уже встаю. Моя собака самая лучшая, но он не особо ладит с другими животными. Это кажется отвратительным. Что тут отвратительного? Нюхать разные вещи — одна из величайших радостей собаки. Так же, как и облизывание нашего тела. Я все время облизываюсь. Ну, это объясняет твой запах изо рта. Супермен, я Лулу, и ты склонишься передо мной, ты кусок! О, разве ты не маленький лучик солнца? Что происходит? Ты неуязвим. Я должен быть намного более мертвым сейчас, верно? Теперь у всех нас суперспособности. Я все еще привыкаю к этому, но я ничего не видела. Ты в порядке? Мой лучший друг в опасности, и вы должны мне помочь. Ты ведь знаешь, что говорят о собаках, не так ли? Никогда не корми нас шоколадом. Мы любим безоговорочно. Мы всего лишь кучка животных из приюта. Но мы сильнее, чем вы думаете. Мы поможем тебе вернуть твоего глупого владельца. Эй, активируй собачий щит. Что за собачий? Прыгайте! Отлично сработано. Оказалось невероятно болезненным. Почему мне не достался волшебный молоток? DC супер питомцы. А что тут у меня? Пищалка Брюс! Неси! Лучше бы это была лицензионная игрушка, иначе я взбешусь. Самое место для таких суперзлодеев, как ты. С большой силой приходит и уголовная ответственность. Ты убил мою малышку. От возмездия не уйти. Время расплаты. Скажи, прикольно. Как по-вашему, вы испанец? Тюрьма суперзлодеев. Что такое эта короткая, смертная жизнь, если не стремление к наследию? Я Рикард Старк. Я Корлис Веларион. Я Бормунд Баратеон. Обещаю быть верным королю Визерису и его названной наследнице принцессе Рейнире. Рейнира Таргариен. Мужчины скорее сожгут королевство, чем увидят, как женщина восходит на железный трон. Мы играем в ужасную игру. У вас есть решимость победить в ней.
история не помнит крови. Она запоминает имена. Игра престолов. Ты готовился? О чем ты думаешь сегодня весь урок? Пойми, Максим, они задираются к тебе, потому что ты не такой, как они. Я хочу научиться драться! На ринге матч Бультерье! Чтобы больше не бояться, что я не такой, как они. Стронгматерый боец, и удар хорошо держит. Мой бультерьер таких, как он, назад отжрет. Похоже, это нокаут! Не фартанул тебе, братан. Ты продул. Бой за титул! Самое главное в жизни – это не упустить свой шанс. Силы же тебя разодрали. Так это не твоя собака, что ли? Ты знаешь, как ему помочь? Весь день играет. Он прирожденный боец. Я его понимаю. Специально под себя подобрал бультерьера? Судьба свела. Антохе на замену боец нужен. До боя неделя осталась. Такую возможность упускать нельзя. Вам его не отдадим. Собака моя! Сможете забрать, будет ваша. Главное никогда не сдаваться. Даже если терпеть уже невозможно. Я понимаю, что для себя это жизнь. Но не ломай ее ради чужой забавы. Удачи! Не падает, не падает. Смотри, прямо сюда. Выпей немного. Да, я выпью. Ты и я. Навсегда. Ты и я. Все жены говорят, что мы, мужчины, просим многого. Мы требуем терпеливости, приготовленного ужина, убранного дома, но больше всего благоразумия. Мальчики и их игрушки. По крайней мере, они работают. Добро пожаловать в проект «Победа». Все мы здесь, потому что верим в миссию. Что мы делаем? Меняем мир. Что мы делаем? Меняем мир. Верно. Как ты думаешь, что они там на самом деле делают? Что ты имеешь в виду? Единственное, о чем они нас просят, это оставаться здесь. Где безопасно. Ты вообще знаешь, что это за проект «Победа»? Ты вообще спрашивал? А вы? Пожалуйста, что происходит на самом деле? Прекрати, Элис. Что, если это место опасное? Что, прекрати! Если... Прекрати! Нет. Джек, все в порядке. Мне любопытно услышать, к чему она клонит. Мне нужно, чтобы ты выслушал меня. Они лгут обо всем. Мы не собираемся отступать. Мы рвемся вперед. Все ведут себя так, будто я сумасшедшая. Но я не сумасшедшая. Наша совместная жизнь. Мы можем ее потерять. Я ему не доверяю.
И я больше не хочу быть здесь. Не волнуйся, солнышко. Озвучено для канала В рейтинге. Платон, мой друг, что же ты наделал? Мужчина всегда должен оставаться мужчиной. Зачем ты это говоришь? Ты умираешь? Пачино или Роберт Де Ниро? Пачино. Я так и знал. Де Ниро лучше играет. Я хилец, ясно? Де Ниро извращенец. Ты знаешь, что он спит только с негритянками? И что, это не извращение? Не с такими, как Бейонсе, понимаешь? А как Винус Уильямс, мускулистыми и мужеподобными. О вкусах не спорят, как говорится.